Во, смотри, Красноярск. Нельзя, нельзя. Вы что? Вы что? На камеру вас снимут, и там будете штрафовать. А куда вы сигареты? Нельзя здесь курить. Вы что, взлетная полоса? Я не курю, я стоял, снюхал просто. Что делаете? Ну? Получили от АТА. Ай-яй-яй. Засранцы такие. Да. Все заснято, пацаны. Так, давай это представим наших героев. Владимир, вы уже его знаете по видео с Форбсом, с Кальяном. Да, да, да. Так вот, это Мария. Заядлый москвич. Это, значит, коренная красноярка. Коренная же, правильно? Коренная. Коренная, все. Самая коренная. Так, и ты коренной. Здрасте. Два корня у нас и москвич. Так, это центральная улица, да? Ух. Да, да. Ну вот, Тверская, Красноярск. Мы в центре. В центре мира. В Сибири. Ну как бы снег, все понятно. Снег, машины, 4 полосы целых. Почти как на Тверской. Ну, по-любому вообще, да. Просто уютный центр. Вот в Красноярске такие вот кафешки на улице стоят. А это суд, как Владимир сказал. Говорит, тут судья лицо порезали. Так, это Владимир сказал, фешенебельный ресторанчик. Формаджи. Итальянский, да. Это все итальянцы, кто был здесь, всегда хихикают, когда им говорят название, не знаю почему. Не знаю, что это значит. Ну, как-то так. Собаки тут, волки бегают тут, короче. Волки, медведи. Да, 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 все как надо. Все лучше в традициях. Такой. Мы тут вчера были. Да, или когда там, в кино когда ездили. А, точно, точно. Владимир, где мы? Мы около стрибара Амстердам. Ну да. Но мы не туда идем, мы поесть. А жаль. Просто пока не время. Да не, мы в театр на самом деле. В оперу театр идем. Туда едем, на горочку. Это самый большой университет, который я видел в жизни. Да, вообще, нереально огромный. Это, короче, только часть его, там еще. Вон нефтянка. На той стороне. Только построенный корпус. Да, еще такой гигантский. Там биатлонный корпус дальше. Огромный тоже. Те, кто боится высоты. А, ну да, имеется. Ну все, давай. Блин, как же красиво. Вообще. Супер-дипер. Сосны, да? Ага. Вот так вот, пацаны. Но нам не туда.
вот на плотину приехали. Мороз под 40. Короче, вот это самая дорогая кафешка поблизости в Дивногорске, или где мы? Да. Да. Между Дивногорском и Красноярском. Короче, вот чтобы вы понимали, вот у них... Чтобы вы понимали, бутылка, мы сейчас скорейшее составим. Бутылка колы стоит 150 рублей, как в Москве, короче. Вот здесь вот так вот все. Вот, это VIP-лаунж, такая зона, короче. Вот у нас вот обогреватель есть. Вот нам такую комнату сделали. Примерно как студия в Москве мы обычная, для людей, которые только приезжают в Москву. Заходишь, короче, за стол, садишься и стены поднимаешь. Туалет, короче, у них там отдельная песня, у них там просто, блядь, очко. Но просто здесь вкусно, ребят, короче. Приезжайте. Всего 5000 километров, и вы здесь. Дело вообще. Вот так вот. Да, нам все нужно съесть. Мне это говорю, две штуки. Я тоже фотою. Так как я вегетарианец, я снимать не буду. Представь, что это брокколи, короче, здоровые головки. Да, вот это мое, короче, помидорки там. Да. Не, видно? Ёби-да-ёби! Давай я сяду здесь, сфотай меня, пожалуйста. Давай, давай. Вот как нас встретили. Соевые соусы. Еда вроде есть. Что, всё? Чё, как у вас дела? У нас хорошо. Хорошо. Довольны был. Довольны. Самые лучшие роллы в Красноярске, вот они. Потому что бесплатно. Костян, привет, спасибо тебе. Пусть у тебя все будет за ёби да ёби. Это точно. Не, ну реально сказочные роллы вообще. Дай, пожалуйста, мне эти палочки. Держи, братан. Спасибо. Сейчас будем смотреть на реакции человека. Никогда не евшего раньше ёби да ёби. Блин, ну они смотри, какие здесь разники такие классные. Да, они жутко прикольные. Ну, вообще. Где-нибудь видели, чтобы вот так вот подавали соевый соус? Я нет. Круто. Зато не испачкаешься. Вот обычный среднестатистический голодный красноярец сейчас будет пробовать роллы. Ну, пока еще не буду сейчас. Соус пока замешаю. Люди ждут. Бля, ну ладно, ради людей. Давай одну для теста. Давай. Вот эти тепленькие. Я вот эти хочу. А, смотри, с икорочкой там. Лютые какие-то.
Красный. Оп, макнул. Так. Неподдельные эмоции. Великолепно. Ну все. Это лучшее, что я ел. Костян. The best. Это крутой маркетолог Зимин, который нас спонсировал суши. Он ведет меня в пафосное заведение. Очень пафосное. Пафосный маркетолог, пафосное заведение. 100 миллионов рублей вбухали сюда. Да, не по новостям, ну, я не знаю, сюжет, 100 миллионов, да. Костя говорит, что здесь специально даже вырывали яму, чтобы глубже сделать. Здесь очень-очень, прям так, вообще, прикольно.